Доброе утро, Раф, доброе утро, товарищи. Высказывание, о котором все время думаю. Но есть условия для этого, и невозможно удостоиться раскрытия, прежде чем человек получит свойство Ахураим. А что означает Ахураим? Что нужно молиться, получить Ахураим? Ахураим — это тьма. Невозможно получить раскрытие, если перед этим не будет тьмы, как был вечер, было утро, день один. Не может быть дня, если до этого нет ночи. Но для чего это? Для чего нужна эта тьма вначале? Какова причина? Потому что ты во время тьмы можешь подготовить килим. И тогда наступает период, который называется день, когда ты получаешь в исправленные килим света.